Фестиваль единоборств проходит в Орле впервые. Город противник Калуга приехал к нам в составе 13 спортсменов. 8 дзюдоистов и 5 рукопашников. Столько же бойцов было выдвинуто и от Орловского УМВД. Настоящие мужчины, сотрудники органов внутренних дел и праздники привыкли отмечать по-мужски. Схватки на татами, отстаивая честь своего региона. Все наши спортсмены, которые принимают участие, у нас принимают участие и мастера спорта, и кандидат мастера спорта. То есть соответствующие имеют разряды по данному виду спорта. По традиции турнир открыли поднятием флага и гимном. Прозвучали и напутственные слова от старших по званию коллег. Сегодня честной борьбы, самое главное беречь друг друга, потому что вот, несмотря на то, что вот, это соревнования, товарищеские встречи, вот, контактные виды спорта, и чтобы сохранили здоровье, прежде всего, руки и ноги были целы, ну и победить сильнейший. Сам турнир, несмотря на то, что встреча была товарищеская, прошел напряженно. На каждый удар с трибун реагировала группа поддержки и тренеры. Как всегда, все быстро, динамично. Ну, соперник попался тяжелый, тяжелее по весу. Ну, молодец, достойно отбились, мне понравилось. Спорт очень важен для сотрудника спецподразделения, что для ОМОНа, что для СОБРа. То есть это как бы способствует развитию моральных волевых качеств. Поскольку участников было немного, турнир прошел за один день. Победа осталась за орловчанами. Общий счет поединков 8-5 в нашу пользу. В дзюдо 5 побед против 3, в рукопашном бою 3 против 2. Алина Лагутина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».